Главный тренер баскетбольного клуба «Днепр» Денис Журавлев, защитник Александр Мишул. Александр, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Ну, как бы готовились, тренировались, разбирали команду Кривого Рога, изучали, какие слабые места, как нужно сыграть. В первой половине вроде бы получалось, но не могли в нападении сыграть что-то свое. Потом во второй половине как-то где-то кураж поймали, где-то, не знаю, отрабатывали на все 100%, и вот получился результат. Еще хотел бы поблагодарить трибуны. Очень приятно играть дома. Поддерживали, зал был классный. Хорошая поддержка. Лично для вас была какая-то дополнительная мотивация в этом матче? Дерби для вас что-то значит, это слово дерби, или это просто очередная игра? Если честно. Если честно. Ну, наверное, очередная игра, да. Нету такого прям дерби. Это больше для болельщика, да, обозначение? Ну да. Не, ну каждая игра, на каждую надо настраиваться, как бы. Серьезный соперник был, вот это давало мотивацию, то, что серьезный, опытный соперник, как бы, есть опытные игроки. Вот это давало мотивацию. Спасибо. Пожалуйста. Пойду я? Недалеко сам. Ну, в принципе, с первых минут было понятно, что игра будет нервная, напряженная. И явно нападением ни одна команда не выиграет. И то, что мы пропустили 48 очков, это очень радует. И вчера я на превью к игре говорил, что нападение будет у нас тяжелым. Зная, какая плотная защита у Кривого Рога, мы особенно не надеялись, что мы там забьем 90 очков. Но нашей целью была именно защита, которая удалась. Что огорчает... То, что мячи, которые, в принципе, мы отбиваемся в защите и лежат на земле, или где-то в воздухе летают ничейные, мы их не берем. Вот это скорее зависит от желания игроков и этими мячами овладеть, пока у нас это желание оставляет желать лучшего. С чем связаны изменения в стартовой пятерке? Почему вышло месяц и сел на скамейку за Курда? Ну, я думаю, что это будет какой-то стимул для Александра Месяца, выход в пятерке. И нам нужно усиление со скамейки. Я думаю, что Макс Закурдаев на это способен. Он сегодня это и сделал. Вот. Ну и в целом неплохо выглядел и Мишула в основном составе на пятерке. Спасибо. Ну и кроме того, что мы знаем, что Кривой Рог имеет привычку начинать игру большим составом. Спасибо большое.